Включил Да. запись. Так, запись пошла. Кальтис медикас. Пистолетас. Не-не-не, теперь будут испанцы, поэтому... Трио, медико. Пута мадре. Ну, сейчас попробуем что-нибудь сочинить. Вы только помните, как двигаться, да? Да. ВСД. Если что, я могу поддержку взять с 15 МГ. Я с него довольно неплохо выношу. Может, попробуем типа 3 меда, 2 штурма за Чё, их рашем. шестеро? Чуваки решили шестеро А. взвод. Все уже. А, у них типа спектатор или что? Не, один ушел. Я не знаю, кстати, а у нас не показывает же, кто в наблюдателях. Не. Он может законнектиться на сервак в качестве наблюдателя, но при этом он не будет в списке игроков. Ну смотрите, я еще возьму поддержку, если Так, будет мы медленно лайв? неэффективно. Да, мы лайв. Бэшку. Спаун. Джон на Б, соответственно. И чудо и Ван, иди что Б. делаешь? Чудо. Угу. И я с вами. Braucht jemand erste Hilfe? У нас Франклин что-то отвалился куда-то. Рестарт, что ли? Ну, он здесь, он просто не резается. Б обходит справа. Б. Минус. Еще один там. Под Бэшкой умер. Сашки один. Падаю на цель. Блин. Еще на Бэшке мед. Двое на С, парни. Ребят, вы что начали? Зачем лайф стоит? Давайте рестарт. Я же сказал, что я нашел. Пиши рестарт. Внутри, ну, внутри, Джон. Не, ну мы играли 4 по 5. Да ну и что? Вон он, видишь, он даже прослушал на С. Они все на С. Я в Б ушел. Кто там рядом с А, убегайте на. Прям быстрее в зону. Ребят, давайте рестарт. Вы спросили, здесь ли я там, не знаю. Да. Молча. Ну, наверное, потому что как бы давайте я не будем. Дверь закрывал. Или рестарт, или играем. Это очень громко. Давайте рестарт, нас было четверо. Написал им, да, что типа, ну, в чем да. причина? Я готов им даже отдать одну победу. Да, мы их сейчас порвем, чего? Не, я сейчас их перестрелял на цешке всех, забей. Они, ну, плохо стреляют. Нам главное на точку прибежать. Я штурм или поддержка? Штурм бери. Окей. ПТ разрешена ведь, да? Ну, а, ружье. Да, но ПТ гранаты нет. Так, освежу твою память. Надеюсь, алкоголь выветрился из твоего головного мозга. Да я как увидел, что уже игра идет, я резко протрезвел. Сейчас лайв можем, да? Да, да, все. Да. Кто командует? Наш вождь. Сталин, что ли? Берите, берите команду сами. Я буду играть. Не, по ситуации будем обсуждать. Я заберу А. Кольт, пошли Б. Угу. Я тебе помню, двое быстрее А пойдет. Двое А, остальные Б. И мы будем встречать с тобой. Да, да. Я слева. Я справа. Справа есть, справа есть. Один. Блин, снизу расстреляли. Вагон. Двое. За вагоном. Минус. Модель жду тебя. Окей, окей, окей. Двое в зоне. Есть здесь. Один справа от ангара видел. На Б. Я тебя заштопаю! Трое в зоне на айсе, ребят. Двое на мне. Пошли С, пошли С. Даю рез по дашку, даю рез по дашку, парни. Да, Кольт, пойдем.
Поставьте снайпер кто-нибудь. Троих, вот. Вижу одного. Слева. Двое. Это тебе аптечка? На Б двое бегут. Возвращайтесь в бой. Я доберу Сашку, потом зайду скину. На Б один. Фигня какая-то. Гони черным. Тянусь Б. Минус. Аптечка, лови! Слева один. Налево смотрите, пожалуйста. Справа. Там много, двое. В вагоне на мне. Чё? Инфы нету. Тронышки. И помечайте просто. Аксель Франклин, выходить на эстник, подержим. Принял. Я на трупе, я на трупе. Где все? На мне, минус. Внизу. Блять, не успел. Да что такое, возьмите нормальное оружие, которое убиваете. Аптечка, подлечись! Кто там упал, блядь? Урелис. Так, закабанься на ашке. У нас три штурма, алё. Всё, я поддержку беру, вы запарили уже. Франклин, добро пожаловать в поддержку тоже. Ребят, что за говно происходит, объясните. Иду КС, помогу. Держи патроны! Кольт, да? Держи! Вот тебе патроны! Давай. Ищи его где-то. Внутри. Б. Сарай. Все, минус. Один, больше тут старайся, Б. Макрон на целый, не? Хожу. Вот патроны тебе! В вагоне. Отметил. На карту сусу. По карте. Сэф соло заберу. Поставил. Слева. Спина, спина двое. Быстрее подними. Боеприпасы, это тебе! Тинсен, по карта. Я на пасе на ухо. Я на... Дойдите в зону, там на Б, ребят. Б не открывайте. Скабанишь там, Зе. Не, уйди на раз. Хорошо, ухожу на... На мне. В вагоне, который простреливаю. А зона Б чистая же. Не слышал кто-нибудь? Да. Все слышали. Держим позицию, мы можем не слушать. Двое арашев на С. Держись, трое. Один там без три. Башки. Без башки. На меня. Вот патроны. Ретейк делаю на С. Франклин, верни, что ты делаешь? Минус два сделал. Медик. На Б прохожу. Минус два, на прохожу. Мы с тобой пойдем поможем на Б. Чего один на Б. Один на Б. Сил, ребята. На идет на зоо. На Ашки штурм. Джон справился? Красава. Да. Еще один тут. На А зачистил. Двое Б. Б забирает. Еще один. Джонни, хелп. Минус. Б чист. На А один. Вот патроны. Держи. Иду на А. На Б рядом. Двое. Боеприпасы! Это куда? Тебе! Прекрасно! Спалей, Джон, да? Нет. Вот нет, нет. Держи. Пометил. Спасибо. Убил. Веститесь немножечко ближе к С, мы все в одной половине. Вот, говорю же. Экс, давай с тобой. А, Кольт, точнее. Я слева, ты справа. У меня двое. Понял, Кольт. Проходят понял. Нашку по краю. Джон, я с тобой. Проходят оба коцаны. Минус один. Минус. Забирайте С, иду на А. Кто упадет, резайтесь. Он идет? На А рашат очень много. Так, только не кричи. Медик умер. Минус штук на А. Джон, меня в спину бьют. Спалей, спалей. Они все на А. Нет, спалей. На С один. Д один. На А двое где-то было. Хватай патроны! Во-первых, на С двое. А теперь один уже. Иду на С. Вот патроны! Это тебе!
Моментку дай по нему. Не смог убить на центр. Давай. Где, скажи? Там же второй, смотри, где первый убит. Все. Выпрыгнул. На моем теле, три штука. Хорошо. Прыгайте на меня. Двое тут на С. Минус. На Б одного вижу, на Б два. Окей, идем Б, ребята, захватятся. Угу. Набираю С-шку, идите Б. Я сам. Очень много. На С один, двое. В центре. Минус один. Пометки. Сейчас полежи. Бил на меду. Хилку нужно. Забираю башку. Пока баню на все. Двое минимум. Минус два. Патроны скину. Тебе идет кто-то. Пометил. Эксель, двое. Пометил. На цепь трое. Поджимайте. Минус один, Эксель. Вот патроны тебе! Я умер, один на цеш. Один на цеш. Ретейк нашку сделайте. Боеприпасы, бери! А по своим-то не стреляйте. Ты пулемет остался. Це. Б. Хожу Б. Я тоже. Иду. Патроны! На, залетай! Сейчас пойдут. Эксель встречает с бэшкой. Да, в центре один. Минус. С бэшки вышел. На моем трупе. Добил. На ашке двое. Боеприпасы, иду на ашку. Б, заберите, ребят. Не вижу, ребят. Иду за Франком. Разменялся чуваком. Ходит. На один, держи. Скорее всего. Вся команда, походу, на ашку. На мне. Идет на Б. Есть. Ох. Сейчас. На С пошел один. Один. Перекрою С. Перекрою С. Б заберите. А, точнее, заберите. Вот там их трое было. Карту чекайте. На Б за красным огонем со стороны. В ангаре. На Б двое минимум. В ангаре за дверью. Лежи. Ребят, флуда до хера. Давайте только ценную инфу. Сколько на точке? Все, больше не надо. Бэшку вернусь. Побежал один на цешку. А чё ты? Двое. А, двое на мне. Б, трое. Б на С идут. Идите ашку, идите ашку, идите А. Мы вдвоём с я уже здесь. Кольти, поверни на Б. Они все идут. Вот патроны! Это тебе! Держи! Они все вот тут. Тебе патроны! Все нормально, мы уже выиграем. Они все на цель. Хорошо, хорошо, это надо. Боеприпасы! Что это вы? Тебе! Странно, они, конечно, группируются. Они решили всей командой не разделиться. Пойти. Какой синкантен? Не, забей. А, господи, да, ты же карты не поставил, извини. Я просто каждый раз меняю. Ребят, я игру вообще не слышу. Вы даете много инфы, но очень много бесполезной. Попробуйте фильтровать. А сколько раундов еще на... Три. Здесь один. Здесь один, и там еще два. А, я про этот конкретно спрашивал. Туман? Ну, он же не отключается. Ну вообще такая хрень этот туман. Не, ладно, мне это не важно. Не, он типа в тумане нельзя типа пометить, потому что играть считает, что ты его не видишь. Вот в чем прикол. Тут все равно ты его пометить не сможешь. На карте он будет виден. Так на карте так, ты и так отметишь. По классам еще раз. Кольти на поддержке. Эксельмейстер со мной на медике, да? А те два штурма. Чё? Нет? Мне одного меда прикрепите, все будет ок. Давай я с тобой побегаю тогда. Я Франклин штурмы. А, значит Джон Файер мед, да, был?
Может, наоборот, кольт меда, джунфайр поддержка? Я задолбался медом играть. Вы опять три штурма взяли, не помри, Джон. Да-да-да. Бля, ребят, вы издеваетесь, я не знаю. Извините, конечно, да? За заткнись, Экс. Хоры выяснять, ошиблись, он умрет, все. Уже игра идет. Че вы опять устроили? Давай, куда? Давай. Тут Франклин, за тобой бегу. Там 20 хп осталось. Ну где вы на Б? Где ты, чудо? Ты сказал, на Ц идут. Я сказал, меня выбили первым. За мной. Не передо мной. Не справа. Цель за мной. На Б смещайся, чудо. Не, бро, я был за тобой, мне первым забрал. Чудо, я за мной. Мы... Это значит за тебя. Центри. Какой? Ты сейчас сам спамишь. Что, нам еще раунд с ним играть? Б пулемет. Со стороны Ц двое. Подавляю обоих. Угу. Один минус, один там остался. Один очень красный под вышкой. В спине у нас на двое. Работаю. Трое. На один бежит. Отходи, Экс. На А. На Б двое. Иду за Иксой. Трое. Они в красном вагоне ранен. Ранен, 50 хп в вагоне. На двое. Купи. Три бэшку. Идите Сэшку ретрейк. Я на Б закабаню. Уже сейчас на Б. Сейчас я заряжусь. Вы уже там Б. Выйду, давай. Пометил. Притянись. Гуна. На Б. На, проходи, Джон. На Б. Двое. На Б в вагоне сижу. Б красный вагон. Винарник. Он винарник, да, Франк. На мне, на моем теле один. Крайний вагон, правый УБ. Минус, разменялись. На Б есть кто? Они на Ашке вдвоем. В свинарнике, минус один. Еще на Ашке. Да, он вышел. Пометь. Еще подашка еще. Добивает. Убил. На С сместитесь. Быстрее, да. Я Б пошел. А я нет, не отмена, да, С С стреляют. Право зайду. Ушел на левую сторону, там один лай точно. На С через левую сторону проходить. На С трое. Именно через левую. Кто на правую сейчас умер? Джон. Пометил, Б идет. Вы на Ашку бегут. Прячется. Меня оставьте, идите Б. Или Ашка. Ашка уходит. Ну вот найдите. Ты убил его? В доме у меня. В доме у меня. Да-да-да, того убил. Вышел. А, слева заходите, я справа зайду. Минус. Франклин, да, чисто, чисто добил. Чисто здесь, проходите на. Еще один. Поджимайте. Держи. У вас справа, у вас справа. Ташки двое вышло. Один минус. Второй минус. Ну, это мы вдвоем, да. Заходи в зону. На Б есть один. Да, у нас двоих вынес, а сейчас стыдно. Railway на Ашке. Вижу. Ретейк на Б делаю. Откайтесь в сторону С. Вот кто там, чудо. Да. Вагон. Минус. За вагоном. Джонни, Джонни. За бышкой. Джонни, я жду тебя. Пойти с тобой. Моем теле забил. Справа от нас два. Пробили. Все, забей. Б1 зашел. Держи. Все чисто. Под бэшкой. У меня трабы.
Подавляю, подавляю. Ла, я пойду, могу. Да, да, я тоже ушел. Быстрее на остался на Б. Сзади. С. Подниму. С много. Двое. Вы у меня в спину херачил. Вниз. Убил, он на бревнах стоял. Минус бревна, да. За ними. Сейчас подниму. На А подошел. Резко сместитесь по левой стороне. Двое. Окей. Okay. Слева от бэшки. Помечайте. Лоу хп. АМГ-15 подавите, разрешен? Да. Нет. Подавите, да, нет. Нет. Да, 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 все, да. Все сколб и винтовки разрешены. На А просил двое, сместитесь. Я с тобой был. Господи, я не слышу игру. А можно я в канал свалю в другой? Да. На С захожу. Один. Один он? Да. В амбаре, чек. Двое. Мне ходит в спину еще один. Трое. Под Б. На А по правой стороне уходите. Ты кинул? Нет. Пометил пулемет на С. Один А займу, на С выходить. Сашки из вагона стреляют. Забираю А. В спине за бой будет сейчас. Еще один на С бегает. На С мы. Экс, помощь, экс! Джон еще. На моем теле. Джон, справа. Еще много. Два. Они, они красные были. А, отдайте, С заберите. Ты один. У тебя. Падаю на кольта. Кольты, держись. У меня тут есть. У меня есть С. Давай закабаним в зоне. Давай, чисто в зоне, давайте. Хорошо. Закабаним. На середине справа от Б много. Найс, ты один в зоне. Двое в зоне. Трое в зоне. Один тайст убегает. Ой, с тобой проходим. Помечаю. Найс, где трое? Чет. Вот сейчас надо было сказать слева. Ты стреляешь? Он вокруг меня ходит. Ты о чем? Слева был, слева. Он, ты стрелял влево. Блять, успокойтесь, они обходят по миду. На, двое. Че, успокойтесь, я прошу, чтобы давали инфу. Хоть, ну от тебя слева, от меня справа, как мне говорить? От тебя слева. Вагон. В вагоне. Джонни, ждать? Сейчас. Да, я тоже жду. Мид рейлвей бегает. У Джонни. Двое на. В дом забежал под бэшкой. Убил. Господи, ты что тут лег? Пиздец. ХП нет. На Б идут со всех сторон. Сзади кольт. Подниму. Проблема. На Б один. Убил троих Б. Чудо, на А по правой стороне проходим. Зачем поднимать? Надо пушить точки. Драй, бэби. Джон, да, пошли с тобой на С. А, нет, оставишь на А, пошли, пошли на А, быстрее. А, на Б идёт. На С идут. Рядом со мной что-то. Право. Могу на С смещать. Хожу на Б. На С было двое минимум. Я пометил одного. Двое на Б идут. Трое. Он один идет, попыль. Поле, второй тоже. Сзади, сзади. Пулеметчик, Джон. Двое. Справа от моего трупа пулеметчик. По бревнам уходит на...
Бай зачистили. Даю на... Два человека найдут. Даю на чудо с тобой, чудо. Здесь уже один. Тоже. Минус. Еще двое. Еще один. Один на бой бежит. Чудо прям передо мной. Заборчиком молодцы. Минус один по Ц. Зайди в зону. Один в центре. Ходит, идет на. Бэшки на Ц идет через здание. Вижу. Давай. По карте. Вышел. Убит. Красавец. Найс, подмога как-то нужна. Все, уже не нужна. Быть чист. Левую сторону смещайтесь, А пойдут на С. Идут С. Сашки четверо бегут. Пометил. Все на нашке? Не пуш, Джон, встречай там просто. Я вообще сижу на точке. На А зашли резко. Франк, ты как умрешь? Сейчас сзади убедим, может сейчас быть. Б идут. Знаю. Ничего не влияет. Рейлвей ПБ. Мидл. Подашки. Двое на Б. Мне больно. Под Бшкой пулемет. Бронированный вагон Б. На Б минимум трое. А отдайте им Б. Не трогайте, защищайте свои точки. А мы уже выиграли. Свалите с Б на А и С, забейте. Ребят, смотрите, нет смысла занимать точку, на которой вся команда, если можно удержать две своих. Вы идете, сливаете им очко. Преимущество создать очков. Имеет смысл. 98 очков было, они бы уже ничего не сделали. Ну вот, а сейчас, сейчас да, но до этого имело смысл уже. Ой, хорошо как. Ну, кстати, видишь, подавитель у него... Походу действительно сильнее подавление каким-то макаром. Да меня уводило есть. Вообще дико. Так и есть, Кирилл. Кошмар какой-то. А я штурмовой беру без прицела. Ну вот я тоже люблю без прицела, но смотри, там подавление жестче. Подавитель у него отдача бешеная без сошек. Там невозможно. На то и подавитель, чтобы подавлять. В смысле бешеная? Я убиваю, ты видел какое расстояние? Отдача да, штурмовой. Проект, да, у него рукоятка, у него нормальная отдача. Резко цешку. Имеешь в виду от бедра? Нет. Прицельно. Штурмовой самый нормовый здесь. Ну да. Товарищ начальник, а можно поддержку взять? Я на поддержке. Все, успокойтесь. Ладно, давайте. Три меда, штурм. Подождите, два меда, поддержка, два штурма? Да. Да. Цешку резко. Самое нормальное. А, заберу. Вдвоем с тобой, Франк, на. Окей. Okay. Больше ты через жопу его забирать пошел. Они тоже сейчас на цель уже попёрлись. Встречаем с Бэйчем. Нет, Франк, мы с тобой... Я встречать буду, я не отдам точку. Зайди, там один медик. Хил. На моем теле прям. Даю, резко на С. Появляйтесь на С. Принято. Там один красный. Улица. Резко Ашку. Ашки стреляют. Вернусь на С. Улица. На С много. Красавец Джон. Вовремя. На мне в углу за ящиками, Джон. Бей. Кстати, чудо, уходите отсюда на Б. Чудо, да, на С давай. Дайте хил мне. Чёрт. С1. Не взорву. Меня прикиньтесь. Меня на А сожгли. Б притягу. С2.
Бля. Вновь на Б. Б, притянитесь. Не могу. Все, я пошел в парадную. Полицион, here! Зачем амуницион? Munition bestellt? Munition für dich! Frische Munition! Hier, Munition! Jetzt Munition! Braucht jemand Munition? Hier, Munition für dich! Jemand Munition bestellt? Mehr Munition? Jetzt Munition. Danke. Mehr Munition? Jetzt Munition! Hier, Munition für dich! Hier,
Munition, greif zu! Hier, frische Munition! Frische Munition! Hier ist Munition! Hat jemand Munition bestellt? Hier, Munition für dich! Munition! Hier, frische Munition! Jemand Munition bestellt? Mehr Munition. Hier, Munition. Mehr Munition! Hier, frische Munition! Mehr Munition!
тебя, как у штурмовика, больше огневой мощи, чем у медика, например, да? Тебе проще туда, проще остаться и подержать точку. Ты лучше это будешь делать. Потому что там же не важно на Б кого-то перестреливать, если они ломятся на С, правильно? Ну, в общем, просто смотрите, я буду на А постоянно, а вы будете на С. Со мной кто-нибудь на А останетесь. Если я буду видеть, что проход свободен, и они там передвинулись на С или на меня, я на Цешке буду с ники проходить. Я на Цешке буду. Играем, да, А, С, я буду опорником на Цешке, пока на меня не выебут, там кто-нибудь на меня подтянется. Бэшку постараемся игнорировать, если будет все, ну, полегче в этом раунде, можно... Говорю, если будет заходить. Полегче, я просто на Б по снике пройду и все. Да. Но это не приоритетная задача. Не-не-не, это так уж повеселиться просто. Так, ну снова пятеро. Гуд, я С пошел. Со мной одно ебало еще, пожалуйста. Упс. На Б один прошел резко. Боеприпасы, это тебе! Вот патроны! Держи! Извините. Уходим на Инст. Да, пройду на... Я с Б прикрою. Вижу медика! Коцаны на Ашке. На С проходит. Когда? Слева, справа у тебя Эксель. Убил. Боеприпасы, бери! Идите Ашку. Ну её держим. Не, ну... Джонни. Киньте аптечку у меня одну, идите. Еще один. Чудо, от тебя иду на Б. Чудо, вернись на... Да, давай. Я спокойно на В пройду, а ты на вернусь. Я вот в этот уголок посмотрю. Оп, у меня гость. Помогите. Один. Пометил. Смотрите, медик на С уходит. Кстати, подтягивайся на меня, давай. Под обстрелы. Поздно. На С кто на мне резнулся? Идут С. Вот патроны, держи! На А идут, пометил. Много. А мы на С зайдем. Боеприпасы, это тебе! Вот патроны, это тебе! А, перекрестный огонь. На С точнее. Вот патроны тебе! Спасибо, друг! Чечка, запотай! Когда сейчас они будут перетягиваться на Б, нам нужно их убить. Пытается на А пройти коридора. На А в спину с А идут. На меня дропайся и беги на С. Пометил их. На, посмотрите. Почему тут двое? Вот тебе патроны! Один заходит в спину на Ашку, один в спину на Ашку идет. На Б уже кто-то есть. Я не могу. Вон он, пометил. Там двое. Аж. Или трое. Мы потеряли цель! Ашку. Все, уходите на Джон, давай. Франклин, ты убегаешь, Джон, медик-то. Один под Сэшку пойдет. Пусть хорошо, Джон, два точно. Два на мне. Запейте на Бэш. Патроны. Спасибо. Мы смогли взять все цели. Теперь добьем врага.
Что дальше, сержант? Вот патроны. Это тебе. Держи патроны. Патроны, налетай! Спасибо. Боеприпасы, это тебе! Вот тебе аптечка! Я займусь твоей раной! Вот, лови! Аптечка! Сам теперь в руках противника! Аптечка! Аптечка, подлечись! Да ты ранен! Я тебя подлечу! Аптечка, лови! Аптечка, пригодится! Аптечка,
Нужно дать им отбор! Это тебе аптечка! Вижу пулемет! Когда ты дал мне дроп... Франкли, как ты заебал в меня стрелять из хили? Ты только знал. Раз, наверное, 10 я тебя получал. Ты вот именно в коридоре передал все время. На, просто. Ты зачем это делаешь? Объясни. Ну, я специально это делаю, Кольт. А ты меня не поднял ни разу за игру. Бля, зачем ты стреляешь, если там свой? Зачем? Я понимаю, если там два чужих и свой. Я просто... Мы всех убили, захватываем, ты выбегаешь в коридор, опа. Кольт, один раз я на тебя попал. Не один. Я бы не сказал тебе ничего, если бы один был. Кольт, как ты можешь говорить, если ты не уверен, что это я по тебе попал? Я записываю. Я... Ну, хорошо, я пересмотрю записи, если там будет много раз, что я по тебе попал, я извинюсь. Я так видел, что... Я спрашиваю, зачем? Зачем ты стреляешь? Кольт, ты хочешь услышать меня? Кольт, ты мне не нравишься, поэтому я в тебя стреляю. Нет, там даже врагов не было. Я пытаюсь выяснить, зачем. В меня просто летит и летит, думаю, да что такое, почему? На самом деле этот раунд могли выиграть спокойно, если бы синхронно заходили. Так вот, я не договорил, Кирилл. 6-18? Ладно. Что 6-18? У кого? Мой счет в последнем раунде. Да. Я счет на штурме такого не ожидал. Ну ничего, ладно. Будем считать, что ты... Что-то прям хотелось ли вот ни одного реса? Не, пишу один раз меня Джонфайр рез. Нет, я не имею претензий к 18, понимаешь? Я сам... Один буду... раз? Я имею претензии к 6, Франклин. Меня вот это больше. 18, там хоть 40 у тебя будет, но если ты сделаешь... Вот смотри, сейчас чудо мою обычную играет роль. Вот сейчас ровно то же самое, что обычно делаю я, да? Вот ровно то же самое, только что ты хочешь чек, если он выпивший был? Я просто даже не понимаю, что... Я первые три раунда я отыграл как боженька просто, так ты такие стратегические ходы продумывал. Нет, все... когда уже 3-1... Я хочу, чтобы Франклин чаще с нами тренировался, извини. Да. Он от этого не станет с тобой чаще тренироваться. Ебать, я весь в поту из меня выходит, алкоголь еще и сука... Да не, чё, последний раунд все плохо отыграли, поэтому не надо тут... Да чё, уже все расслабились, победа. Я не расслаблялся ни на секунду, у меня на цешке постоянно пушило 4 типа. Я из всех раз, что они меня пушили, умер 2 раза. Я не могу сказать, ой, что я запись не выключил.